затруднение в отсутствии того, что дверь закрыта. И энергетика своя совершенно, да, то есть место там, и по-своему нужно как-то настроиться на это, пообщаться с людьми, которые там работают, да, там, сестры, братья, там, отцы Иосифа. Так не записывали в этой церкви, я точно не знаю, вот такую музыку точно нет. Это что-то вот такое, типа, очень новое и очень, очень простое, главное, и очень, как бы, именно вот душевное, я думаю, скорее всего. Поэтому и собор к этому как-то располагает. Вообще все родилось практически за один месяц, потому что Мина Закич, виолончелистка, одна из лучших, мне кажется, кого я вообще слышу. И я хотел с ней записать этот альбом, потому что она уезжала в июле, она вот уехала сейчас уже. Поэтому сразу придумал и название, и все выросло просто вот так вот, прям, с идеей о том, чтобы записать альбом в церкви и до самого там, то есть этап, когда уже полностью все уже происходит осмысление, создание каких-то вот вещей, да, композиций. Кстати, мы случайно познакомились, она поздобавила мне и сказала, что давай сделаем что-нибудь вместе. И я сразу подумал, что у меня как раз этот проект, и я как раз уже вроде все и готова к нему, и вроде я там бегаю, все делаю, и подумал, что ее нужно позвать тоже на первую ночь и посмотреть, что из этого получится. Я просто хотел сделать, чтобы альбом был очень воздушный, чтобы каждая часть этого альбома, то есть этих композиций, они соответствовали разному уровню облаков. Вот. Так, у нас получается они перистые такие, да, то есть такие все. Немножко такие очень. Такие вот. Растянутые. Да, растянутые такие, да. Ну просто я думаю, знаешь, как сделать? Они такие высокие, они выше всех. Ну, они не выше всех еще. Это после дождевых вот, кучевых облаков. То есть что-то такое, знаешь, то есть можно отдельными акцентами сделать, знаешь, вот смотри. Как вот пианино, да, типа? Спасибо большое. Так. Это просто как ткнул пальцем в небо и сказал, типа, вот, хочу здесь это сделать, типа, да. И вот эти все ощущения, которые они были там, да, то есть, когда ты ждешь, да, когда тебе потом говорят, что ты можешь там, типа, записываться, мы послушали вашу музыку, она вам понравилась. Вот эти все вот эти шаги, которые, да, были, да, вот сделаны, они просто меня подбадривали всегда, и я понимал, что моя музыка правда хорошая.
Я вот все время думал о том, что можно сделать в России, что максимально можно сделать в России, да, как бы. Там выступить там, в Доме музыки, например, там выступить там-то, выступить это, записаться там, записаться здесь, еще сделать. Я просто, в принципе, по пальцам пересчитать, я практически все уже сделал. И как бы это странно не звучало, но это так. Хотя меня мало кто знает на самом деле. И поэтому я подумал о том, что это будет, наверное, отправная точка такая, от которой потом уже будет, я думаю, совершенно у меня другое творчество. То есть это прям будет уже то, что я могу уже полностью стоять на ногах и говорить, что да, я композитор.